Всем зрителям канала Уральская усадьба привет! Сегодня у нас 18 февраля 2017 года. Построили мы теплицу фермер ВИП шириной 3 метра, длиной 10 метров. Теплица у нас стоит на бетонном фундаменте. Который подготовил клиент. Один из плюсов данной теплицы то, что арки у нас выполнены в виде ферм. Внешняя арка из трубы 20 на 40, подпирающая из трубы 20 на 20. Это очень прочная, надежная теплица. Поликарбонат здесь использовали 4 миллиметра, 0,8 плотность. Еще у нас тут есть в данной теплице по торцам установлены разрезные двери форточки, с другого торца такая же. Также сделана система подвязки, 4 с каждой стороны у нас по одной нитке и по одной трубе. Это у нас эксперимент, так сказать. Вместо нитки, которая есть небольшая вероятность, что она со временем провиснет, решили установить трубу по всей длине 20 на 20, за которую легко можно что-нибудь привязать, которая прочно держится на каркасе теплицы. Но об этом позже. Также у нас есть 4 коньковые фрамуги. Установлены они в шахматном порядке. 2 из 4 фрамуг оборудованы автоматами. Остальные 2 с ручным открыванием. Также по низу у нас установлен конек, отлив. И торцы у поликарбоната защищены торцевым профилем по периметру теплицы. Также сделан торцевой уплотнитель. Ну, в принципе, и все. Всем зрителям Уральская усадьба привет! Сегодня у нас 18 февраля. Мы сделали теплицу фермер ВИП 3 на 10. Но речь не о теплице, а немножко расскажем о системе подвязки. Систему подвязки установили в данной теплице комбинированную. То есть стандартную, трос с натяжителями. И в качестве эксперимента решили попробовать установить жесткую. Жесткую в виде трубы профильной 20 на 20. Окрашена у нас полимеропорошковым способом. Закреплена с помощью саморезов на арках. Между собой стыкуется. В чем плюс данной подвязки, так скажем? В том, что она гораздо прочнее, чем нитка. Нитка может провиснуть, труба провиснуть не может. Пройдет какое-то время, и узнаем у клиента, что он думает о данной подвязки, хотя подвязкой назвать ее уже сложно. Сегодня мы поговорим про крепление каркаса теплицы к бетонному основанию на примере теплицы фермер ВИП.
Значит, когда собран каркас, мы начинаем его крепить к бетону. Крепим мы его с помощью дюпель-гвоздей. Дюпель-гвоздь 8 на 80 бурится перфоратором. Отверстие вставляется, дюпель-гвоздь забивается. Также, когда теплица устанавливаем на бетонное основание, по низу устанавливается уголок 50 на 50. В данном случае он у нас повернут нижней полкой вовнутрь теплицы. Также его можно наружу теплицы, и он будет выполнять роль отлива. Также этот уголок служит для того, чтобы мы смогли посередине поликарбонат закрепить, чтобы он у нас не болтался. То есть уголок по желанию клиента ставится либо наружу, либо вовнутрь. И каждая арка на одинаковом расстоянии друг от друга выставляется, бурится и крепится. Смотрите канал «Уральская усадьба», ставьте лайки. Всем спасибо, пока.